Приветствую вас. Я попробую ответить вам на ваш вопрос. Хотя и, в принципе, в некоторой степени разделяю скептицизм своих коллег по поводу того, насколько возможно сделать то, что вы спрашиваете, то, чего вы хотите, но тем не менее. Давайте попробуем рассуждать логически. Если есть переписка, то в переписке люди, как вы, я надеюсь, понимаете, предстают друг другу не целиком, не полностью, а в виде такой, если угодно, часть. То есть, часть образа человека, который представляется тому, с кем ведется переписка. И, соответственно, этот образ человеком может там дополняться, может как-то видоизменяться, ну и так далее. И вот то, что вам можно сделать, то, что, вообще говоря, в ваших силах сделать, это вот как раз и является возможность показать женщине, что вы именно тот самый образ, именно тот мужчина, который ей представляется при общении с вами. Что это значит? Значит это, что вам нужно понимать, отдавать себе отчет в том, что именно нравится вашей женщине, что вызывает у нее симпатию, что вызывает у нее отклик, обратную связь. И быть для нее тем, кто ей нужен. Для этого необходимо определиться с ее желанием, чего она хочет. От вас, чего она хочет, например, от мужчины, ну и так далее. Если вы этого знать не будете, ну, соответственно, вряд ли у вас получится завоевать ее. То есть, еще раз, чтобы было понятно. Женщину нужно завоевывать только через отдавание, через отдачу себе отчета в том, что ей нужно для себя. Что она хочет получить для себя. Только так можно завоевать женщину в переписке. Если образ того мужчины, который она себе представляет, будет совпадать с образом, который будете реализовывать вы, например, вот вам и прямая возможность завоевать ее. Чтобы завоевать, условно говоря, чтобы завоевать, нужно, чтобы она чувствовала, что вы именно тот, кто может ей дать то, что ей нужно. Но, надеюсь, мою мысль вы
Поняли мою мысль, вы уловили. А теперь хотелось бы сказать, что в переписке, вообще говоря, не следует чересчур увлекаться этим, потому что, ну, рано или поздно женщина попросит вас, или захочет, или попросит перевести отношения на другой, более высокий уровень, где вам придется уже не переписываться, а либо встречаться с ней, либо, соответственно, давать задний ход и не встречаться с ней. Если вы хотите удержать женщину, ну, если вдруг вы хотите удержать женщину лишь только перепиской и лишь только вот на расстоянии, то, боюсь, это у вас получится лишь со временем. На время какое-то. Потому что, ну, ни один человек не будет долго терпеть такое вот к себе отношение, ни один человек не будет долго терпеть отношения на расстоянии, потому что, ну, они не дают всего того, что человек хочет, они не дают всего того, в чем человек нуждается. Не знаю, к сожалению ли, к счастью ли, но не даю. И поэтому будьте готовы к тому, что даже если у вас будет все получаться, даже если женщину вы завоюете, будьте готовы к тому, что все это будет, как бы сказать так, временно. То есть все это будет недолго, все это будет мимолетно. Потому что, ну, невозможно, еще раз повторю, невозможно на расстоянии как-то вот слишком долго удерживать отношения, если они не становятся все-таки по-настоящему близкими. А по-настоящему близкими отношения становятся только, когда люди видят друг друга реально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.